Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Darkest Dungeon. И сегодня, как я и обещал, пойдем с вами на какого-нибудь босса. Единственное, что нам остается, это определиться, на кого мы пойдем. И хоть компания все продолжает тянуться, недавние события ободрили героев. С такой уверенностью можно и горы свернуть. Все незанятые герои получают исцеление при стрессе плюс 200%. Но это, ребята, мы уже с вами видели, вот они отмечены, те... Ребята, которые получили, как говорится, плюс 200% к исцелению. Но еще многие вылечились, но многие еще и остались. Так, ладно, хорошо. Давайте-ка глянем в дилижанс, что у нас здесь есть новенькое. Так, авантюрист, крестоносец. Честно говоря, он бы мне пригодился бы второго уровня. Вообще себе хочу сделать чисто коллекцию, чтобы были все персонажи. Все. И желательно прокачанные, но я прекрасно понимаю, что вряд ли что у нас из этого получится. Нельзя так, и не получится. Они специально сделают, чтобы будут твои герои постоянно погибать, погибать и еще раз погибать. Ну, ладушки, мы с вами давайте-ка определимся с боссом. И я думаю, что это, наверное, будет... Так, что у нас здесь? Так, тут исследование, понятно. А здесь убить сирену. Ну что ж, я думаю, что пойдем мы с вами, наверное, на сирену. Да? Так, остается нам только выбрать, кто у нас пойдет. И давайте-ка мы с этим делом будем по-быренькому определяться. Нам нужен шаман однозначно. Также нам нужна вестолка, то есть боевая монахиня. Ну, или, проще говоря, хилка. Пойдет, наверное, вот это вот у нас. Так, из боевиков пойдет. Так, этот у нас лечится. Жаль, очень жаль. Слушай, а что у меня из боевиков-то никого и нету, получается? Эй! Так, Роулин, хорошо, пойдешь ты. И, черт подери, я даже не знаю. Роулин, Раневиль. Давай Раневиля тогда возьмем. Хорошо. Теперь только остается посмотреть, что у них такого. Ну, в принципе, интерес к мертвым телам здесь. Ай, ладно. Сгодится как-нибудь. Так, это тоже пойдет. А, единственное, да, ребят, конечно. Зачем мне вот это? Это мне не нужно. Мы возьмем с вами, наверное, осуждение. И... остальное, в принципе, сгодится. Так, а что у тебя, дорогой мой? Так, притягивание пригодится. Так, бездонная артерия. Это тоже сгодится. Вот это я вот не помню. Руки из бездны. Факел минус 5. Что-то как-то мне неохота, чтобы у нас был факел минус 5. Ладно, пока сгодится и так. Что у тебя? Так, мы выберем, в принципе. Вот этим я не пользуюсь никогда. Метку тоже практически никогда не ставлю. Блок, ну, я думаю, сгодится. Хорошо, пускай будет блок у нас. Так, и оставим, пожалуй. И здесь мы смотрим. Ну, в принципе, годно вроде бы все. Пожалуй, мы так и оставим. Единственное, что нам нужно посмотреть, что у нас за триньки есть. Какие-нибудь хорошие. Плюс 15 к шансу отравляющего навыка. У тебя здесь что? Ага, 20 максимального здоровья. Ну, тут, в принципе, неплохо все. Очень даже неплохо. Оставим так. Что у тебя? А у тебя как-то не айсово все, ребята, если честно. Хорошо, что у нас у шамана? Так, минус 4 к уклонению. Это, конечно, хреновенько. Это нам не надо бы, по большому счету. Но другого мы, к сожалению, ничего найти не сможем. И обычное плюс 1 к скорости. Не знаю, как мы так далеко с вами сможем уйти и знать бы, кто такая сирена. Скорее всего, это с водой связано, да? Поэтому против нечисти нам брать не приходится. Дальнобойные навыки. Плюс 20 меткости. 20 меткости и получаем уклонение. Так. Плюс 10 к урону. Меткость, конечно, хорошо, но это лучше, наверное, для лучников, скорее всего. Хотя мне бы хотелось взять, наверное, вместо... Вот меня соблазняет просто, я даже не знаю. Давайте возьмем, наверное, все-таки дрессировщика. Да, я думаю, что с ним будет нам получше и покомфортнее. Единственное, что нам нужно кое-что поставить. Так, ну это у нас для разведку. Так, 4 уклонения плюс 1 скорость.
К ослаблению у него 20% в минус идет. Так, и по ловушкам. Но ловушки нам здесь не нужны. Разведка, я думаю, что тоже вряд ли пригодится. Давайте тогда мы что-нибудь другое, наверное, поищем. Дальнобойные атаки. Что здесь у нас? К оглушению. Только дрессировщик. А обычно это редкое. Я даже не знаю. Наверное, ребят, мы так оставим. Минус одна скорость еще, потому что у него медленные рефлексы. Ладно, хорошо, оставляем так. И давайте-ка мы глянем, что у нас можно сделать еще у кузнеца. Можно ли там подзаточиться. Так, посмотрим. Можно. Да, можно, ребята. Обязательно делаем это дело. Так, у дрессировщика тоже я могу. Пока хорошо. Слушайте, ну нам бы не помешал бы, может быть, вместо шамана нам взять чумного доктора, а? Как вариант. Так, шамана изучаем. И кто у нас там? А, весталка, да? Ну вот она. Разве это? Мы, по-моему, не эту с вами брали или эту? А ну-ка, гляну-ка. Нет, мы брали обычную, целенькую, здоровенькую. Здравствуйте, приплыли. Все, заново, что ли, расставлять не надо? Да нет. Так, я не понял, почему у этой красавицы ничего не стоит, а? Что за поклеп? Очень редкая, минус 20 урона от стресса. Давай берем. Дальнобойные навыки, да? 10 к меткости. Угу. Что же взять? Дальнобойные навыки. Ну, давай, наверное, вот это вот возьмем с вами, скорее всего, к ослаблению. Да, уклонение, конечно, будет ниже, но я думаю, что больше эффекта от этого будет. Так, все, кажется. Ну что же, ребята, отправляемся в бухту, и у нас ждет сирена. Средний уровень сложности. Поехали, набираем припасов. Так, у нас здесь будет один привал. Давайте возьмем с вами еды. Также нам понадобится вот эта кровь, потому что два героя зараженных. Возьмем антидот. Подожди, не надо мне вот еще одного. Также возьмем с вами, наверное, святую воду. Вот так вот. И настойку. Ну и, в принципе, да, факела. Они, по-моему, тут нужны. Пригодятся они нам. Лопата, лопата, лопата. Ну, давай возьмем две лопаты. Ну, как говорится, ребята, вперед из песней. Была не была. Мое высокое положение не всегда вызывало в людях страх. Было время, когда я мог выйти на улицу или опрокинуть стаканчик в трактире, не опасаясь оскорблений. Одна не по годам пышнотелая и ветреная девица взяла привычку следить за мной. Поначалу это казалось забавным, потом стало раздражать. Ну? И все, что ли? Потом стало раздражать. И это, наверное, была сирена якобы. Так вот, что стало с этим несчастным созданием. А, она превратилась в сирену, да? Так, что-то ты как-то круто у меня начинаешь. Сразу с жажды. Ну-ка, о, карта-то какая здоровая. Так, убить сирену, нам нужно ее найти. И желательно побыстрее. Ох, щет, только не вы. Только не вы. Отродье несчастное. Будете сейчас заражать всех, да, у меня, как всегда. Ай-яй-яй. Да как же ты так стрессуешь-то быстро, ё-моё. Тут только начал уже со стрессом, бедняга, блин. Враг повержен и уверенность растет. Естественно, растет. Так, 2-3, у него 6 здоровья. Я, наверное, думаю, что лучше вот так, наверное, сделать. Сколько тут мы? 5-9. Блин, не завалили этого комарика несчастного. Да я понял, я забываю все. В муках блаженства. И сама ударила. Причем довольно неплохо. Тихо, не надо заражать только, пожалуйста.
Ну, раз они пошли, ребята, то стоп, жажда. Уклонение, молодец, дрессировщик. Уклонился, давай добьем вот этого гаденыша. Мелкого комарика несчастного, захудалого. Да, это вам... Так, погоди-ка, давай-ка мы вот так вот сделаем. О, крит-удар на один даже, великолепно просто. Какая дикость. Главное, чтобы у него спадал, ребята, стресс. Вот что мне нужно. Ну, добили. Very good. Все, продвигаемся дальше. Блин, ну шаман, как же так, а? Не нравится мне, что у него уже стресс от полной штаны. Ну, факелок нашли. Свеженький. Да, конечно, берем. Ага, кораллы. Блин, опасно, но возьмем. Тут ничего нет. Да. Но лучше ничего нет, чем какая-нибудь ловушка. Оу. Опять комарики, опять это отродье. 85-95. Ну, конечно, проще этих нам завалить. Проще и легче, и выгоднее. Ох, как вам. Неплохо. Блин, сюда вы знаете, кого мне нужно было взять с вами? Наемника, знаете почему? Потому что он вытягивает задние цели к себе, наперед. Крюком. Соблазн усиливается с каждым ударом. Ну, звезданешь? Нет. Не стала бить. Тогда звездану я. Есть. Готов. Так, ну что, мы, наверное, этого комара с вами добьем. Естественно. Остался комар, и этот у нас молельщик. Молодец, уклонилась, умница. Так, ну что, молельщика мы сейчас с вами замолим. Ух ты. Причем у нее, по-моему, минус к уклонению идет. Все, молельщик отжил свое, и остался вот этот вот никчемный комарик. 5-9, ну, добили. Зергут. Так, что у нас тут за статуя такая? Интересно мне знать. Давай берем. Ай-яй-яй-яй. Ага. Нет, такому не бывать. Мы на одно делаем другое. Пойдем, скорее всего, ребят, вот по этой тропинке. Эти мы не будем с вами затрагивать пока. Нам неохота, как говорится, тратить лишнее время. Что в мешке? 250 голды. Замечательно, просто. Идем с вами, идем. Оу, началось. Застали мы их врасплох. Я все за нее сделаю, все. Оу, крикнула. И оглушила, довольно неплохо. Она сама по себе сыграла. Ну и дальше бомбим. Так, на семерочку пригрели. Так, дрессировщик, что там? Полжизни за красную жидкость. Как их ломать, да? Я просто представляю, ребят. Пощады не жди. Так, усиление сделал. Так, давайте-ка мы, наверное, вот так вот с вами сделаем. Так, метка стоит, отлично. Что он там, морской рубец? Прописал все-таки. Блин, я что-то не думал, что у тебя так мало здоровья, а. Ладно, надеюсь, мы все-таки с вами умудримся выжить здесь, в этом. На 30 крит, офигеть, на крит, на 30 он подхилил. Вот этот молодец, шаман. Да что ж такое-то, а он сильно довольно-таки бьет. Вот эту чепушила. Ну, так же легко подыхает у нас. Ладно. Здесь мы расправились. Забираем. Ё-моё, уже все что ли? Уже ничего не помещается у нас. От чего же нам тогда лучше избавиться? Да и нечего. Давай вот так вот уберем. Забрали. Поехали далее. Так, подожди-ка, мне кое-что нужно здесь сделать. Вот так вот. Да. Подкрепим, как говорится, маленькое ему здоровье. И двигаемся вот в этом. Я думаю, что он где-то, наверное, в конце будет. Вот эта сиренушка. Так, с факелами проблема, ребята. Давайте зажгем свет. Нам нужно, чтобы всегда было светло. Так, содержимое наше. Еще 500 голды. Неплохо деньги. Как же так, а? Как же ты попал в ловушку? Ну, блин, он стрессует, ребята. И причем очень сильно. И меня это немножко напрягает. Ну что, тут у нас разбойники, да? Ну, как обычно, по стандарту. Один здоровый и два мелких. Того мелкого, конечно, нужно как можно быстрее ликвидировать, потому что он будет сейчас стрелять. Блин, на 9 маловато. Но зато кровотечение повесили. Все, мы его добиваем. Есть. И осталось тут два нищеброда. Этого, я думаю, что мы тоже сейчас добьем. Ну, а этот бичеватель, что он сейчас сделает? Посмотрим. Что у него выйдет, что он там предпримет. Так, выстрел в упор. Кому?
Ох, кританул-то как сильно, а. И все сразу, блин, стрессовать начали. Какого лешего-то, а? У нас все под контролем. Что вы в самом деле переживаете? Давай подхилим для начала на 13. Отлично. Почти все здоровье восстановили, что у него отняли. Ну и попробуем вот так вот. Да. Готов. Забираем. Не хватит, да, места? Ё-моё, да что ж ты будешь делать? Давай так сделаем тогда. И нам все это, ребята, абсолютно нужно. И картины, и это, я даже не знаю. Может быть, лопаты выкинуть. Ну, давайте бинт выкинем. Фиг с ним. Все, выкидываем бинт, забираем картину. И ключей-то у нас нету, но здесь будет ловушка. Без ключей, ребята, это постоянно практически происходит. Ладно, двигаемся сюда. Блин, не дай бог сирена где-нибудь здесь, а. Так, факелок мой тухнет потихоньку. Ну-ка, что мы там нашли? Опачки, опачки. Так, давай, деньги нужны мне, ё-моё. Лопата раздана здесь была, значит, не зря. Ну что потратить? Ёлки-палки, вот ненавижу, когда вот такие вот, ребят, ситуации у нас происходят. Не знаю даже, что сделать. Ладно, я выкидываю лопату, потому что деньги мне нужны. Как ни крути, без денег чё мы. Я, в принципе, и хожу-то сюда только лишь ради денег, блин. Потому что они везде нам нужны, все очень дорого стоят. И, как говорится, каждая копеечка у меня на счету. Ладно, здесь мы прошли. Возможно, сейчас мы будем с вами делать где-то привал уже вскоре. Так, главное, чтобы его поставить до босса. Погнали. Так, что у нас здесь? Пусто. Ладно, нам проще. Подожди. Давай-ка мы с тобой активируем факелочки. Вот, чтобы было светло, как днем. Так, эту я не буду трогать, мало ли там что. Ах ты! Ну хорошо, хоть там рыба была. Сам по себе, главное, берет, хватает. Ну правильно, у него там эта тяга ко всему. Клиптоман хренов. Так, что здесь у нас? Ну, понятно, какие у нас здесь твари. Давай начнем, наверное, вот так вот. Опачки! Вот это я, ребят, не посмотрел. Вот что значит внимательность. Так, что такое? Ну, давай попробуем. У нас 95%, 6.11. Давай вот этих начнем колбасить. Жирных самых. Так, волна стресса. Плохо. И они знают, на кого делать стресс? Естественно, ребята, им нужно убрать из строя моего шамана. Хорошо, что... кровоизлияние мы повесили. Интересно, а сможем ли мы его добить? Нет, не сможем. Так, 78% этого мало. Вот здесь вот неплохо было бы бомбануть. Ну, я, наверное, сделаю вот так вот. Прокатит 90%. У него как там к оглушению? 25%. Попытка не пытка. И проверяем. Да, ребята, ничего хорошего не получилось. Морской рубец. Ой-ой-ой, дрессировщик, ты очень хорошо получил сейчас, кстати. Так, ракушечный барьер. Угу, понял, усилили. Так, октопояс. Валит и валит моего бедного дрессировщика. Опять по нему, да? Нет. Не по нему. Так, что же мы делаем? Давайте вначале мы сделаем небольшой отхил. Вот так вот. Теперь, да елки-палки, опять волна стресса. Успокойся уже стрессовать. Давай-ка попробуем. Сколько? 68%. Этого, конечно, мало, ребята. Очень мало. Но я думаю, что мы сделаем небольшое ослабление. Метка плюс еще висит. И попробуем, наверное, мы его добить. Есть, получилось. Нечего, как говорится, своим крючком тут махать. Этого тоже добьем. Нет, не получилось. Но я думаю, что... Нет, дофига здоровья. От кровоизлияния он еще не скоро погибнет. Так, блин, что же ты мне вестолка... Ох ты! Нифига! Это было больно, очень больно. Так, опять волна стресса. Да что за фигня? Что у них там за повышение такое? Что у них за скорость? Я знаю, нам не пережить эту экспедицию. Так, не волнуйся, все у нас будет под контролем. Все мы переживем. 75% есть шанс, ребята. Да. И он довольно хорошо прошел. Так, теперь что? Давайте, наверное, мы подхилимся. Всем нужно здоровье восстановить. Хотя бы помаленьку. Ну что, 4.7, а у него 13, это дофига, ребята. Вот здесь вот есть неплохой шанс. Вау, на 11 довольно неплохо, я считаю, бомбануло. Жалко, не повесили кровоизлияние, да? Ну-ка, достанем. Нет, достать ты не сможешь. Это, по-моему, тоже бесполезно. Крик. Черт бы тебя побрал, а? Как же так? Не можем дотянуться. Почему вот этот удар у меня не активен? Ладно, мы сейчас, ребят, с вами переместимся вот, наверное, вот сюда. С этой позиции у нас... Ну, ты будешь перемещаться? Нет, не хочет, ребята, она никуда переходить, как ни странно.
Ладно, давайте хотя бы эти трупы уничтожим, чтобы они поближе к нам были. Уничтожил, называется, да? Крикнул. Так, ракушечный барьер. Ну, это мы проходили. Усиление. Что он там задумался? Волна стресса. На кого? Ладно, это терпимо еще. Так, раз вы там стоите, получите по полной программе. Ну, песик, сможешь? Хорошо. И кровоизлияние висит, да? Все, ребята, ему крышка, грубо говоря. Сейчас мы его добьем. Даже вот, наверное, лучше вот так вот будет. 85% попадания, и мы попадаем. Все, да выеживался. Сейчас будем ракушку вскрывать с вами. 1500 бабла, 650 не влазит. Это стоит 375. Придется с ней распрощаться. Так, а что у нас интересно здесь? Сокровище есть. Еще 50 голды. Ладно, в принципе, нормально. Так, мы здесь... будет у нас стычка. И вот здесь, ребята, босс. Надо будет вот здесь нам с вами... Точнее, даже вот здесь придется использовать привал. Да-да-да. Половина здоровья, стресс. Ну, восстановите физическое и моральное состояние группы при помощи лагерных навыков. Ну, что у нас тут есть? Снижение стресса на 25. Давай, давай, снизим. Что здесь у нас? Нет, это нам не нравится. Кровотечение есть какое-нибудь? Нету. Снижение стресса на 15. Один спутник. Один спутник, кто? Вот это вот. Отлично. И что мы можем еще? Темный ритуал. Уменьшение факельного света на 100. Повышение стресса на 15. Один спутник. Излечение 50%. Нейтрализовать смертельную слабость. Смертельная слабость. Но он же навряд ли сможет. Багряное проклятие, наверное, нет. Так, что у нас здесь? Один спутник, снижение стресса, давай сделаем. Вот сюда. Так, 25 урона на позиции 1, осталось 4. И минус 2, это мне не нравится. Это тоже мне не очень нравится. 10 криту плюс. Заточка копья. Отлично, вот так вот будет. Так, что у нас у дрессировщика? Все спутники, снижение стресса на 10. Минус 10 урона от стресса. Давай. Вот так вот. И все, да? Больше ничего у нас не осталось. Я считаю, что это хорошо. У меня крепкое здоровье, во всяком случае, сегодня. Ну да. Вот и все, об отдыхе можно забыть. Теперь выбор прост: победа или смерть. Может, поищем какие-нибудь ягоды? Что скажете? Какие ягоды? Только в бой. У нас с вами другого, ребята, выбора нету. Сирена, блин, нас ждет. Так, факел. Где факел у меня? Гори, гори ярко, чтобы не погасло. Ну, естественно, перед этим нам надо, как говорится, еще размяться. Сколько? 70%? Мало. Но попробовать, наверное, стоит. 70%. Эх, уклонение. Ладно, хрен с ним. Сколько наша собачка кусает? На 90% попадания. Так, удар гарпуном. Ну, естественно, как же без этого-то? И попадает причем, а? Фух, добить сможем? 5-9, да, сможем. Ну что же, осталось трое их. Удар гарпуном по моей вестолке и попадает опять же. Так. Я думаю, что мы его сейчас похороним. Нет, по минималке ударили на 10. Жаль, очень жаль, ребят. Так, ну мы уклонились здесь. Морской рубец опять идет. Блин, этот морской окунь достал уже, а? Что же нам сделать? Я думаю, наверное, нам нужно подлечиться. Подлечиться обязательно нужно. Потому что там будет босс скоро. Так, на дрессировщика 9. Слушай, мне не нравится, как-то меня немножко даже это беспокоит. Уж больно как-то легко мы так с вами здоровье теряем. Что ж тогда будет с нами делать босс, а? Просто рвать? Вот тебе и компашн. Добьем этого гада? Добьем. Так, отлично. Блин, дрессировщика нужно подхилить обязательно. Так, удар гарпуном по кому? Уклонение, молодец.
Монахиня умница. Давай подхилим тебя. Вау, крит урон на отхил. Вообще шикарно. И, пожалуй, будем, наверное, уже вот этого вот мелкого прыща добивать. Это у нас морской окунь. Окунек пучеглазый. Ну, собачка, добей его, пожалуйста. Есть. Давай, забираем все, кроме лопаты. Моментум море. Смотрим. Угу. Сейчас у нас будет диковинка здесь какая-то. Ящик. Ящик пуст. И все, ребята, и скорее всего мы с вами попадаем к боссу. Ну, вроде бы как подготовленные, да? Ух, сирена, значит. Нет, не босс, а обычная заварушка. Ё-моё, я думал, босс будет. Ладно, хорошо, насколько мы бомбанем? 63, ну это вообще никуда не годится. Давай тогда вот так вот сделаем. Ага, так. Насколько? 5,9, это неплохо. А может быть этого попробуем, а? Да, получилось, сработало, мы завалили. Под крит очень хорошо все это дело идет. Так, 95, 6,11. Ну эти-то, конечно, у нас тут, ребята, крепенькие. Ничего не могу сказать, здоровые, крепенькие. Но мы их все равно уложим. Точнее, мы их отправим туда, откуда они пришли. На кого? Шокер, ага, понял. Бомбит потихоньку шокером. Так, ракушечный барьер. Я думаю, что нету в этом смысла. Конечно, ты укрепился, да, по-моему? Да, он укрепился. Да ты достал уже, а? Все, теперь мы ходим. 4,7, как-то мало. Мало и кисло. А если мы вот это сделаем? 5,9. 95%. Рискуем. Отлично, прошло. Главное, прокатило. И, пожалуй-ка, мы с вами сделаем... Сколько здесь? 63%. Не катит. Так, давай ослабление на него повесим. Все. И песик, песик будет вот этого. Да, добьет. Ах ты! Метка же на нем, да? Метка, да. Поэтому не получилось маленько. И сейчас, наверное, тоже, да? Да, все на него. Он, гад, провокацию на себя просто-напросто взял. Поэтому не дано нам подбить вон ту медузу дальнюю. Актопойс. Ну, бас, ее парасете. Ну что, опять шокер, да? И опять... Нет. Не опять, а снова. Так, кого хилим? Никого, пока мы не хилим с вами. Попробую... Да, блин, 63%. Не хочу я. Давай ослабим. Ах ты, я хотел медузу. Я все забываю, что здесь отметка вот эта стоит. Ладно, пора с ним тогда завязывать. Он достал уже в корень. И медузочка. Медузочка. Давай вот так вот для начала тебе. Блин, буквально одного урона не хватило, чтобы она сгинула. Ну, я думаю, что песик... Да, песик достанет. Достал. Уложил. О, неплохо. Гербы. Что это такое у нас? Оникс 500 стоит. Он стоит у нас 500, ребята. Хорошо, давай сделаем вот так вот. И не хватило. Все. Забираем оникс. И двигаемся в дальнейшем направлении. Ну, вот, вот он, ребята, босс. Босс оказывается в самом-самом низу. Только не хватай рыбу, отлично, молодец. Так, ловушечка. Что у нас там по ловушкам выходит? 120% к обнаружению, давай. Ликвидирую ее, нафиг она здесь не нужна. Продолжаем разговор. Идем. Ну что же, тут довольно тихо и спокойно было. Тут у нас под конец ожидает какая-то ловушка. О, ребята, я не знаю. Жалко, здесь нет, как в Deep Sky записи. Тут, если мы сейчас... Если нам сейчас втащат, то втащат по полной, ребята, программе. Эй-эй-эй, факел мне нужен, не надо тут тухнуть. Я хочу иметь преимущество перед этим босярой. Давай-ка. Ух, вперед, друзья, да, вперед. Ну что, смотрим. Так, надо тебе... Ага, вот так мы сделаем. Вот так, по-моему, у всех все хорошо, да? Факелок тратим. Ну что же, ребята, приготовились. Я не знаю, что эта сирена делает. Морские дьяволы сделали из этой бедной девушки подобие себя. Она их королева и рабыня. Даже так. Сколько у тебя здоровья? Ё-моё, 112. Короче, что у нее... Сопротивляемость, короче, кровотечению самое большое, а остальное, в принципе, ничего. У нее уклонение 13, скорость 5.
Шанс попадания. Ладно, хорошо, это уже не важно. Давай для начала мы сделаем вот так вот. Хорошо. Наверняка будет кого-нибудь вызывать. Так, ослабление цели на защиту. Сколько? 95%. Вообще шикарно. Что надо делать? Песнь желания. Ого. Ого. Вот так вот ты делаешь. Да ладно, блин. Не-не-не-не-не. Высокий прилив. Что ты там дудишь, блин? Так и думал, что будет призывать. Ох, фака. Вот это, ребята, плохо. Это очень плохо. Я не знал, что она вот так вот будет делать. Так, получи, гаденыш. У меня боевиков-то не осталось, ребята, вы представляете? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, снимающее деление какое-то. Давай хилиться. Блин, она к нам вернется или нет, я не могу понять. Хм. А если я ее притяну? Так, на 16 бомбанул. Ну, в принципе, неплохо. Сминающее давление. Да ты задолбал уже дудеть. Возвращайся, я сражаюсь за любовь. Бомбани их! Варварский вопль. Вот только этого, блин, мне не хватало еще. Вопль оглушила, блин, мне... Во, вернулась она. Я надеюсь, она хилку так себе не переманит. Для себя же. На, еще на 7. Хорошо. Так, метка. Слушай, а где у меня... Ах, вот оно что. Ты стоишь на первом месте, поэтому ты не можешь ничего такого сделать, да? Давай метку ставить. Отлично. Блин, вот то, что она в заднем ряду, это, конечно, хреновенько. Рубец. Оу, надо хилить. Обязательно, ребята, хилиться. Песня желания пошла. Так, опять переманивает. Дрессировщика переманила на этот раз. Нате, получите, гаденыши. По всем, да? Сминающее давление. Я боюсь, что у меня вот веселка не выживет, ребята. Очень мало у него здоровья. Так, что ты? Будешь пса своего натравливать? Нет, метку вешает. И это плохо. Это очень плохо. Давай лечить. На 11 нормуль. Это меня радует. Так, попробуем, ребята, я не знаю. 88%. Отлично. Ослабили ее чутка. Да ты задолбала со своим давлением уже, а. Стрессуем очень сильно. Так, Раулин проходит. Безнадежность зарабатывает. Все духи шепчут о провале. Морской рубец, да? Ну, естественно, будет сейчас ликвидировать хилку. Пожирание какое-то. Что вы там делаете? Оу! Оу, понавешали-то, понавешали. Так. Давай сделаем вот так вот. Ну и что это мне дало? Мне что? Блин, я не могу, ребята, избавиться от кровопотери. Вернулся, вернулся. Значит, когда она превращается в такую красавицу якобы, то это означает только одно, что она забирает у нас персонажа. На тебе на 10, отлично. Так, нам нужно хилить. Хилить, да. Отлично, на 14. Так, что? Бомбим. Попадаем? Да, попадаем. Уклонение 25 на 2 раунда. Пока, наверное, не будем тратить. Давай-ка, наверное, группу лучше мы под... Ах ты, она отказалась от хила. Песня желания опять превращается и переманивает она дрессировщика. Ай-яй-яй. Черт, опять свое давление. Ну, хоть тут уклонились, умницы. Продолжаем, ребята, колбасить их. Они не боятся, но я, ты боишься и пропускаешь из-за этого, да, ход? Нет, не пропускаешь, молодец, умница. Блин, зря я, конечно, не взял бинты. Или были они у меня, я их потом выкинул. Насколько мы сможем ударить? 78%, слабовато. Я не знаю, может быть, вот этого вот ханорика грохнуть. Давай добьем его нафиг. Достал он здесь уже. Как говорится, одним меньше будет. И что же мы сделаем? Давай-ка. Опа, опачки, уклонилась она, а? Не сметь угрожать моей королеве. Ах, вот оно что, королеве уже твоей.
зализывание ран. Вот, вот, подхиливайся, подхиливайся. Хорошо, ты как раз ко мне вернешься здоровеньким и целеньким. Вызывает, о, уже посильнее вызвал хламона, вот это плохо. Сколько у нас, 88% попадания. Отлично, прокатило. Пожирание, так что это у нас? Это у нас на уклонение 25% в минус. Бомбим, есть, на 17. По самой высокой точке, ребята, мы звезданули. Где я? Очнулся, ё-моё. Ты здесь, родной, иди сюда, жертва. Вот это ты правильно сказал, иди сюда, жертва. Сколько? 8.14, есть резон, ребята. Да, на 9 прокатило, отлично. Кровотечение еще повесили, так это вообще замечательно. Правда, на один раунд только, но тем не менее. Оу, нет, только не ее. Ядрена вожа, ну как же так. Да, нам нужна твоя кровь. Давай вот так вот попробуем. Еще на 10 врезали ей. Так, сколько вообще здоровья-то у нее осталось? 30-ка. Не сметь угрожать моей крови. Только не пропиши, пожалуйста. Ой, двоим. Ой, сейчас прилетит. А, она криком. Фух, сопротивляемость. Все шикарно, ребята. Так, сминающее давление. Ладно, это мы переживем как-нибудь. Как-нибудь переживем. Так, давай-ка мы... Это у нас на что дает? На 25 уклонения. 25 уклонения, а здесь... Один раунд, давай еще разок пропишем. Еще разочек. Да, на сколько? О, значит, 50 минус к уклонению на 2 раунда. Я считаю, что это вообще шик и блеск. Сейчас мы ее еще вот так вот. Ага. Сколько здоровья там осталось? 17. Хотелось бы верить, что мы ее одолеем, эту красавицу. Сколько, песик, ты меня можешь бомбануть? 8.14. Я на тебя возлагаю все надежды, пес. Ну, неплохо, неплохо. Молодец. И опять сминающее давление. Так. Давай попробуем. Сможем добить? Нет, какое? Тут у нее 8 АЗ, у нас урон на 2-3. Ладно, пробуем. Двоечку мы прописали, отлично. Остается всего лишь 6 здоровья, да? 6. Кому что сейчас прилетит? Истечение кровью. Больно, 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 больно было. Очень, я сожру твое сердце. Эй, не надо, не надо, мне хилочка моя нужна. Эй, блин, и этот очнулся. Октопояс проснулся, блин. Так, давай, воды забрали меня. Да я понял, что воды. Давай, родной, фух, хорошо, что ты сейчас, а. Ё-моё, блин, чуть не потеряли эту мою хилочку, вестолку. Все, пора добивать. На, гнида. Фух. Я бы не сказал, конечно, что изи, но нервишки она мне пощекотала. Так, ну, что мы тут с вами можем... Давай еду потратим. И заберем вот это вот. Фух. Твое задание выполнено, да? Я понял, что выполнено. Возвращаемся, ребята, с вами в город. С победой. Вот такая вот, ребята, была сирена у нас. Вот это, конечно, хитро было. Насчет того, чтобы нашего... Скажем так, юнита можно было забирать к себе. И он еще и воевал против нас. Блин. Хитро. Так, ну мы получаем, грубо говоря, 10 тысяч. Нормально, я считаю. Так, какой-нибудь получает уровень. Так, 4 качка в решимости и быстрая реакция. Неплохо. А вот это вот хреновенько. Булимию. Надо будет лечить обязательно. Так, сова. Сгодится. И дневной, минус 2 скорости, если факел менее 26. Аблютомия, замена. Ух. Так, хорошо, возвращаемся с вами в город. Лихая темнота. Как подметил один, что-то не так с теми тенями, чего их так болтает и крутит. Жителям рекомендуется оставаться по домам до зари. Все мероприятия по снятию стресса менее эффективны. А с чего вдруг? По какому, блин, это поводу-то? М? Кто мне объяснит? Так, успешно завершила курс лечения. Так, избавлены болезни, дурной нрав и столбняк. Устранена черта, разрыв мышцы. Это все там кровь требует. Ну, в принципе, нормально. В дилижансе есть что-нибудь такое хорошенькое? Нифигашечки нету. Жаль. Что ты у меня так офигенно стрессуешь-то, ё-моё. Давай пойдем в монастырь, подлечим нервы, ё-моё. Сейчас мой дух временно что-то там испытывает. Так, что у нас еще? Или кто у нас еще такой стрессованный? Причем довольно сильно. Ага. Раулин. Ей тоже, конечно, нужно подлечиться. Соглашаемся.
И что? И все вроде бы, да? Пока все. Так, ну что же. Давайте смотреть, что у нас еще доступно. Так, это что у нас? Убить старую ведьму. Ну, до старой ведьмы я пока еще не дорос, наверное. А внутренний двор. Ветеран нужен. Здесь у нас что такое? Некромант. Средний. Ага, ветеран. Ха-ха. Нет, не хочу. Я... Что у нас? Во. Убить промокшую команду. Неупокоенные призраки грозятся утащить все, что мы построили в свою темную обитель. Даруйте им моряцкую смерть раз и навсегда. Убить промокшую команду. Ну что же, давайте, ребята, будем убивать вот эту промокшую команду. Равелина берем с собой. И, в принципе, тут как бы все. Так. Что у тебя здесь? Непонятно. Давай, наверное, вот так вот. Что у тебя за болезнь-то? Сова. Так, некромантия. Боязнь. Это против мистики. Это при кровотечении. Минус меткость у него повышается. Ладно, в принципе, остальное не так уж и страшно и опасно. Ух, кого же нам взять? Мне бы, в принципе, не помешал вот этот парень. А, он же не хочет, да. Слишком легкие для него задания, как он говорит. Но нам нужно... Нам нужна хилка. Угу. Нам нужна хилка, и это будет... Ты тоже не пойдешь, да? А, нет, пошла. Она с нами пошла. Ну что же, я думаю, вот таким составом мы, в принципе, и рванем с вами. Что у нас тут очень редкое? Защитный чеснок. Ладно. Ну что же, пойдемте посмотрим, что это за промокшая, в конце концов, команда такая. Мне почему-то кажется, что это будут какие-нибудь пираты или что-то в этом роде. Так, возьмем это, возьмем крови, наверное, одну бутылочку. Еды. Бинты. Так. Так. Ну и, в принципе, наверное, все. Не знаю, можно и лопату, в принципе, взять. Давай одну возьмем. Поехали, ребята, вперед, как говорится. Когда на старой дороге развелось слишком много любопытных глаз, я решил доставлять наиболее ценные грузы по морю. Это, походу, ребята, пираты. Добраться до старой пристани можно было по узкой каменной лестнице за поместьем. А сложная система блоков позволяла поднимать самые тяжелые грузы с надежно закрепленных шлюпок на каменную площадку наверху. Вот так вот, ребята. Так и есть. Бедняги, законные в цепи и навечно скрыты под водой. Ой-ой-ой-ой. Карта-то какая опять гигантская, здоровая. Чё так темно-то? Вроде бы факел на 100% светит, а у нас как-то темненько здесь все. Да опять вы, да что ж, как вы достали, а? Вы везде, что ли, теперь будете попадаться? Хорошо. Звезданул, доволен, да? Так, надо мне 95%. Давайте, конечно, этих дальних бомбить. Раз у нас так все хорошо идет. Вестолка, ну-ка. 3-6. Давай бомбанем. Можно было, конечно, и того заднего добить. Так, вот сейчас мы и добьем. Обоих причем. Шикарно. Так, копьем, копьем, копьем. 74 про 85. На, получи, гад. Комар, кровопийца несчастный. Оскорбление. Ты не припухли тут оскорблять-то, а? Ё-моё, а шо ж у тебя так много стресса? Я забыл, ребята, что он депрессивный у меня, блин. О, да, испытай на себе силу крови. Я иногда, знаете, ребята, даже рад, что они больны, потому что у них иногда такие плюшки выходят под этим проклятием, что даже при обычных условиях такого не получить нам. Ну что, добивай, наверное? Да. Нормуль, тут прошло все хорошо. Двигаемся дальше. Так, с факелом. Что там? Неожиданный визит. Достижение открыли. Ага, ну конечно же, как же без братьев. Опа, а с какого перебора? Застали врасплох. Нас, что ли? Так вроде бы все отлично было. Усиляет, гаденыш, да? О, довольно неплохо. А мы, наоборот, его промах.
значит, придется его в первую очередь уничтожать. Давай, песик. Умница. Так, ну что же нам делать? Насколько мы будем бомбить? Так, 4,8, 83%. Рискую. Есть, риск оправдался, ребята. Битва за сундук, как говорится. Ключка я не брал, правда, поэтому тут может быть ловушка. Так, ракушечный барьер, опять укрепление идет. Так, ладно. Волна стресса. Висталка моя выжила. Так, мы подхилимся. Надо было, конечно, поменять формацию немножко нам с вами. Ну ладно. Здесь я буду добывать кровь. Давай-ка вот этого гада прижучь. Ах, тут что у нас? Нет, что-то не то, ребята. Почему мы атакуем первого, я не могу понять. У него же ничего нету, ни метки, ничего такого. Немножко странно даже. Так, надо подхилять. На 7. Ну, неплохо, я вам скажу. Так, вот вы. Здоровье-то еще будет здоров. 9. Ох, кританул на 8. Вот чем плохо, ребята, стоять в первых рядах. Волна стресса на моего дрессировщика, и он уклонился. Умница. Слушай, вот... Оу! Да что ж такое, я же хотел... Вот нечаянно нажимаешь, ребята, и все. И вот получается не то, что нужно. Ну, этот тест сдохнет сейчас, однозначно. Слушай, вы достали уже шамана-то моего прессовать. Давай-ка мы вот так вот сделаем, маленечко, да? Что у нас тут? Вот это хорошо. Повышение статов нам всегда нужно. Но... Так, давай хиляем своего шамана. Блин, похиляли всех. Не на тот скилл нажал. Волна стресса. Ну ладно, стрессуй пускай. Ха-ха, приятно чувствовать себя настолько живым. Какой довольный, вот молодец. Давай этого грохнем уже. Нет, не добили. Так, что ты? Ты теряешь кровь. Где-то у меня... Я разве... А, вот, брал бинты. И подхилимся. На 17, без крита. Это очень хорошо. Ну что, сможем его добить? Так, 4,8. Без крита, к сожалению, но на 4 тоже хорошо, ребят. Так, что он там? Морской рубец, уклонился у меня шаман. И он крут. Он крут. Потому что сейчас песик... Да, добьет его. Оу, 90% уклонения, и он... Ха! И он как-то успел увернуться, смог. Ладно. Забираем бинты, это отлично. Что здесь, ловушка? Ну, естественно, ребят, ловушка. Что еще может быть, когда нет у тебя в кармане, как говорится, ключа? А это что еще за ересь? Алтарь тьманника. Ничего не произошло. А что должно быть? Что-то должно было произойти. Не, не будем мы эту рыбу брать. У нее там либо проклятие, либо еще что-то. Подожди-ка, факел. Факел не тухни. Факел гори. Да как ты могла умудриться попасть в ловушку-то, а? На ровном месте, на пустом. Ну, естественно, как же. Как же по-другому? Ну-ка. 83%. 3,5. Хорошо. На 7, прикрытие. Ха-ха, будь проклятый. Блин, мне нужно как-то, ребята, шаману... Знаете, что сделать? Мне нужно шаману стресс снимать в обязательном порядке. И желательно как можно быстрее. Совсем у него там хреновенько все идет это. Так, 95%. Блин, давай, наверное, вот этого попробуем. Прокатило, но не добили. Так, морской рубец начинает опять тут выкореживаться. Это все окуни морские. Есть! Шамана как не бывало. Опять укрепляет ракушечным барьером. Но мы-то, ребята, мы-то знаем, что надо делать в этих случаях. Блин. Так, хорошо. Прожарим. 5, 9, 8, 14 и 90%. Естественно, будем окуня на 3! На... А, ну да, конечно же. Ракушечный барьер. Как же вы про него могли забыть, ребят? Ну, серьезно, что как дети-то? Я сам забыл про него. Оу, бомбанул. Соблазн усиливается с каждым ударом. Нам нужно хиляться, ребят. Как-то
не по-людски. Давайте, наверное, мы с вами немножко усилимся еще. Так оно будет, наверное, получше. И обязательно хилять на 8. Ну ладно, сгодится. Так, октопояс опять бомбит. Опа, попали мы под крит. И кровотечение зарабатываем. Ой-ой-ой-ой-ой. Кровотечение-то плохо. Надо как-то, мне кажется, вместо шамана, ребята, уже брать чумного доктора. Он и от яда полечить может. И от кровопотери вылечит. Ну и в конце концов он кидает ядовитые бомбы. Травит. Причем может даже мертвецов травить. О, отлично прошло. Так, ну что, добиваем, наверное, попробуем. Нет, не добьем, но покалечим. Ё-моё, я хотел вообще-то окуня. Так, опять свой апперкот, но промазал. Так, окунь будет сейчас бомбить, нет? Нет, не будет. Мой пульс замедляется, жажда утихает. Не надо, чтобы жажда утихала у тебя. Ты должен быть всегда в гневе, в ярости. Так, это бесполезно, не даст... Да что ты делаешь-то? Так, давай, наверное, 1 и 2. Тут вообще один. Эх, тогда лучше мы, наверное, подхиляемся. Смысл-то какой? Хотя можно было бы, у них кровоизлияние тоже стоит. Ну что, давай добиваем вот этого говнюка мелкого, окуня. Ну и пришла череда этого. Так, стресс немножко снимается. Но это немножко, ребят. А нам нужно конкретненько так. Тут же, по-моему, нет остановок, да? Привала не будет. Поэтому не сможем мы тут с вами укрепиться. И так далее и тому подобное. Ну, кто ходит? Ходит, отлично. На 7 полечились. И давай, наверное, будем уже. Давай-ка, песик. 95% шанс попадания. И 14% крита. Добили. Ух, неплохо. Ключик, давай попробуем ключик. Ну, понятно, блин, все. Внутри есть сокровище. 150 голды. Так, ну-ка. Здесь будет заварушка, ребята. Здесь будет хорошая заварушка. Так, ну в принципе здесь ничего сложного нету. Застали врасплох. За нами, как говорится, преимущество. Давай-ка, наверное, вот этого окуня. На 7 прожарили. Так, этого сможем, интересно? 68% это, конечно, вообще мало и никчемно. Ну-ка, давай-ка вот так вот. Шамана немножко ослабим. Ну что, дрессировщик, добьем с тобой шамана? Сможем? Я думаю, вполне. Так, у кого здоровье? Блин, маловато, маловато у меня у дрессировщика. Подхилялись, все, нормуль. Морской рубец, кому? Ага, уклонение, нормулька. Так, дрессировщика, ну... Ах, саданул все-таки. Тяжело дышит. А что ты тяжело дышишь-то? Ты вроде бы как под контролем, все нормально у тебя. Что ты притворяешься-то, не? Вот, я тебя подхилял еще, тем более... Довольно-таки серьезный хил получил ты. Так, морской рубец. Молодец, уклонился. Наша очередь, ребята, атаковать. Я думаю, что этому окуню конец, да, ребят. Ну еще остался тут утонувший раб. Такой раб толстый. Так, что это такое? Отмщение? Оу! Вот это он взорвался, ребята. Вот это что-то новенькое, такого раньше я не видел. Фига он. Нет, у нас есть, ребята, привал здесь. И мы сможем его с вами реализовать. Не то, что сможем, он нам нужен будет. Так, ну, оу, вот этот вот. Так, удар гарпуном, ладно. Вот этого говнюка надо обязательно. Блин, обвинение, пошло, поехало. Ай, стресс повесил. Так, сколько ты у меня? 85%. Есть, есть вероятность. Мы его просто разорвали нафиг. Дичь загнанная, как мы его назвали. 70% этого мало. Этого мало. 1-2 урона. Давай вот этого ослабим. Да, нужно масуха, ребята. Здесь как ни крути. 6-11. Должны прожарить, по идее, да? Ай, чуть-чуть не хватило. Блин. Массовое лечение или как?
Массовые... Нет, давай так вот сделаем лучше. Так, на 6, нормуль. Во имя древних богов. Хрен тебе. Так, ракушечный барьер. Ага, опять укрепляется, гаденыш, да? Под защиту вот этого вот. Будет теперь прикрывать его. И удар гарпуном из-под тишка. Ну, естественно. Так, ну что, дрессировщик, нам надо как-то с тобой вот этого гада убить. Убили. Так, их осталось двое, и нам нужно отхиливаться, и желательно по полной программе, ребят. Так, нет, блок мы пока ставить не будем, вот так вот сделаем. Ага, он прикрывает его. Так, давай, Весталка, лечись. Потом в конце сделаем массовый хил, чтобы у всех, блин, здоровье пополнилось. Не получится. Давай-ка вот так вот сделаем. Так, целенький, здоровенький, все отлично. Так, ну что, будем тогда... 95%. Урон, конечно, ничтожно маленький. Вот так вот сделаем. Удар гарпуном. Молодец. Весталка, блин. Ну, на 8. Отлично. Так, хилимся дальше. Так, прописывает. Ну? Задеваю я его, задеваю. 70%. Попробуем, ребят, да? Попал. Не удается остановить кровь. Опа. Так, ну что, и осталось лишь этого добить. У него 10 здоровья, я думаю, пес справится с этим делом. В легкую причем, даже не напрягаясь. Нифига мы тут назарабатывали. Так, купчая нам нужна. Выкидываем нафиг вот эти вот кости. Так, 10 к урону рукопашных навыков. А нужно ли нам это, а? Слушай, я думаю, что нет. Тем более, это наручи воина. Не нужно. Мы даже брать не будем. Отказываемся мы от этого, от вашего всего. Ну, давайте двигаться дальше. Так, тут у нас ловушка. Кто у нас там спец по ловушкам? Дрессировщик, естественно, обезвредил. Все, идем. Подожди, ты у меня кровь теряешь. У меня бинты есть. Есть же бинты, че я. И тогда, наверное, давай еще подкрепишься. О, так вот себя будешь лучше чувствовать. Че там за добыча у нас? Опа, еще бинты. Так, что, даже деньги уже не помещаются? Ладно, хорошо, двигаемся тогда так. Смотрим. Опять сокровище. Ох ты, это что такое? Нет, это нам не нужно. А вот антидот, я думаю, что пригодился бы нам. Приглашение барона. Провести вечер, посетив его играм и забавным. А, и забавам. Подписано барон. Хм, приглашение барона. Нужно оно вообще нам или нет? Я не знаю этого. Ух, что же нам... Нам все здесь нужно, по идее-то. Ладно, выкинем лопату. Поехали. Сейчас бац и какое-нибудь препятствие. Нужно разгребать где. И опять мы в рукопашку будем. Так, промокшая команда. Ну, я думаю, команда здесь будет очень-очень жесткая, ребята. Наверняка это будут какие-нибудь там морские пираты или бандиты. Ну, что-то в этом роде. Давай, подкрепляйтесь. Самая-то еще фигура, ребят, что я не знаю, когда они будут. Мы бы могли бы сделать с вами небольшой привал. О, я вам о чем говорил, ребят. Только лопату выкинешь, и начинается вот это вот. Стресс-то какой жесткий получили, а. Ну, и что получаем? Могущество. Ну, хотя бы на 4 в плюсе. Так, я хочу посмотреть у нас здесь. Слушайте, ну я сомневаюсь, что будет босс именно вот здесь вот. Он где-нибудь в конце. По идее, всегда так происходит. Вот нам сейчас и покажут, где он будет. Я не вижу нифига. Карту так дайте мне. Нам не показали, к сожалению. Ладно, ребята, я вот здесь делаю привал. Давайте нафиг от греха подальше. Кто его знает, вдруг там босс. На 8, насколько еды-то с вами? В принципе, хватает. И минус 10 стресса, жрите. Так, хорошо. Ну что ж, приступим. Так, молитва. Если религия снижение стресса на 15. Если религия, откуда я знаю, религия там или нет. Без религии на 5.
От ночных нападений все спутники. Только герой. Странно, конечно. Повышение стресса на 10, повышение стресса на 5. Снижаем, ребята, да? Снижаем. Да какого ли... А, мы снизили только ему, остальным прибавили. Вот. Незадача. Снижение стресса на 10. Всем. Хорошо. Здесь у нас что такое? Так, защита. Вот это хорошо, вот это надо нам сделать. Я укрепляю свой дух, чтобы сделать то, что необходимо. Так, к отравлению, это понятно. Метка снята. Нам не нужно кровотечение, пока ни у кого нету. Ну что, пробуем вот это, ребят, тогда сделать. Все спутники. Немножко не то. Все, давай всем. А, нет, вот этому, наверное, лучше. И все, ребята, очков у нас не осталось. Отдых. Я в отличной форме, вперед. Это жуткое место, но я сохраняю спокойствие. Вот и все, об отдыхе можно забыть. Теперь выбор прост, победа или смерть. На охоту здесь надежды мало. Мясо здешней живности наверняка несъедобно. Змеи, повсюду змеи. Оу, щет. Блин, но зато получим, ребята, с вами кожу. Кожу змей, которая дает нам охрененную защиту. Так, что там, парирование повесил, да? Этого не добью. Не добью. В тени, блин. Так, ну что? Главное, не вешайте, пожалуйста, на меня никакое отравление. 7.13, 7.13, 88%. Пробуем. Почти, почти у нас удалось, но не совсем. Они все с парированием, ребят, вы представляете? Все абсолютно. Убьем. Хе-хе, никакого парирования тебе, блин. Так, вспрыск яда. Ой, не надо, не надо, только не отравляй. Ух. И плевок опять, блин. Ай-яй-яй, попала. Ах, вот этого, ребят, я ненавижу. Всегда во время отдыха вот эти вот змеи поганые на нас нападают. Ну что, сможем прижучить? Нет, конечно, не получится, ребят, у нас. Ну, хоть какой-то... Опа, кровотечение повесили, нормуль. Давай опять укус змеи. Сейчас всех у нас поотравляют, по-моему, ребят, здесь. Так, черное чудовище не делится силой за просто так. Опа. Достоялась в тени. Ха-ха. Думала, не пробьют. Не тут-то было. Что бы нам сделать такого, а? Давай, 3-6. У нее контр, блин, контр, это не надо. Давай так сделаем, подхилимся просто-напросто. Я хочу, чтобы мне еще раз отравили мою хилочку. Уклонение, молодец, щитолом. Пробьем? Должны, наверное, да? Это если при удачном стечении обстоятельств. Есть! Ха-ха. Слушайте, а куда я возьму эти... А, у меня есть местечко. Хорошо. Местечко есть, значит, нормально где-то. Дадут от них, по идее, должны кожу дать нам. Чешую. Змеючную. Так, Ревелайн опять проходит испытание. Эгоцентризм. Вы бесполезны, как моя укушенная рука. Пиу! Вот и все, ребята. Такая красота, достойна восхищения, говорят люди. Поэтому меня заставляют танцевать для целителей таких зрелищ. С безнадежными пыльными лицами. Со слезящимися и налитыми кровью глазами, с ухмылками на потрескавшихся губах. Для этих порочных мерзавцев я не человек, а экзотический цветок. И я прекрасное создание. Ё-моё, оу, сколько тут надавали, ребята. Так, смотрим, что это за браслет у нас. Ух ты, а вот это хорошее, это щитолом может такое носить. А ну-ка, что у тебя сейчас в данный момент? Так, ё-моё, вы посмотрите, ребят. Какой прекрасный этот наруч. Плюс 10% в защите и плюс 5% урона от стресса. Подожди, плюс 5 урона от стресса. Не знаю, блин, в плюс это идет или в минус. Но я думаю, что вот сюда, наверное, мы с вами поставим. А не зря ли я это сделал? И вот чешуя у нас, которая, смотрите, как бы прочитать, что она делает. Ё-моё, зачем я... Короче, ребята, она дает нам защиту.
блок. То есть любой урон, который мы получаем, я не знаю, насчет смертельных, короче, пофиг, у нас тратится блок. Урона мы не получаем с вами. И смотрите, я только сейчас заметил, что у щитолома нету кисти, оказывается. Вот оно в чем приколка. Ладно, я не знаю, только щитолом обычное, а здесь у нас необычное. Придется, наверное, нам распрощаться вот с этой вот штукой. Хотя мне очень не хотелось бы. Ладно. Была не была. Я вообще надеюсь, что мы хоть правильно с вами... Да ладно, блин, опять стрессовка. Причем довольно жесткая стрессовочка была. Все, травится, травится, травится. Когда же ты там прекратишь-то? Все, ребята, если... Натирает мне спину. Хорош плакать. Натирает он тебе спину. Я надеюсь, что здесь босс. Нет, ребята, только не это. Босса здесь нету, блин. Это нам придется идти обратно. И опять же, не факт, что он будет внизу. Черт подери, вот это облом, а. А там, я чувствую, ребята, там такие будут жесткие хмыри. Пираты, если тем более вот эти вот жиробасы, блин, которые бомбят, критуют и тому подобное. Ой, так, тут, смотрите, враг появился. Блин, придется еще с ним столкнуться. Есть хотят, поели. Нормуль. Так, ладно, с этими-то гомяками, я думаю, что мы справимся. Тем более мы их врасплох застали. Давай. Ну, какого лешего ты поменялся-то местами? 5-10 90%. Ну-ка, давай эту улитку нафиг отсюда уберем. И будем так делать. 85-83. Давай вот этого на пятерочку, хорошо. Так. Давай вот так вот сделаем с тобой. Сколько мы? 68%? Нет, так не годится. Так не годится. 80%. Так, ослабление висит. Ну что, песик, ты кого у меня сможешь? Ну, этого однозначно мы окуня убьем. Это уже, как говорится, 100% победа. Ну что ты тут колдуй? Блин, стресс получили, а? Так, вот щитолом у меня, конечно, очень хорошо стрессует. И, кстати, моя монахиня боевая тоже идет как-то не в вайс. Так, хорошо, пробьем окуня. Пробили. Так, и осталась у нас тут медуза эта. Зовут ее глубинное жало, и она из разряда мистика. Так, 83% на 7.13. Крит. Замечательно. Все, мы тут убили. Я уже записала этого покойника на свой счет. Ты молодец, конечно, что записала. Забираем. Все. Двигаемся. Ай-яй-яй. Так, ну ладно, здесь предстоит нам еще один бой. Так, давай-ка по твою душу здесь все. Ловушечки эти. Снижай себе стресс. А здесь у нас что? О, ценности нашли. Бюсты. Наконец-то повод для радости. Так, и вот они, двери. Будем драться, ребята, за безделушку. Ну, это нормально, ребята. Сектанты и всякая ересь, они легкие. Оу, 12-11. Это вообще круто. Так, добиваем, наверное, вот этого вот. Ага. Дальше кто у нас ходит? Щитолом, замечательно. Минус 2. Какая легкая цель. Ну, действительно. Так, сможет у нас песик? Нет, наверное, не сможет. Но постараться... Оу, под крит, конечно, уложили. Помилование оставим для суда. Кому? Тут уже все, ребят. Тут некого уже помиловать. Сейчас мы их просто-напросто разберем. Так, что у нас? Давай мы сделаем с тобой вот так вот массовый хил. Компашн, да-да-да, именно компашн. Да ладно, зачем ты поменялся-то опять, а? Опа-на, это нежданчик был, честно говоря. А вот так вот не хочешь, а? Ослабление-то получить. 17 минус в уклонении. Дудки. Ну что, песик, фас? Отлично. Гончий сделал свое дело. Ох.
Так, подожди, подожди. Содержимое ваше. Есть. Ну, будем надеяться, ребята, что босс все-таки здесь находится. Так, что у нас тут? Тут ничего. Понятно. И я не собираюсь рисковать жизнью из-за этого поручения. Если что, я буду. Я буду. Так. Ловушка, блин. Так, факел что-то притух маленько. Ну что, либо-либо, ребята, тут больше ожидать нам нечего. Йо-хо-ломане, промокшая команда. Свистать всех наверх. Так, он усиление какое-то сделал. Фига тут, ребята, такая командочка. Так, 5-9, 90%. Я, честно говоря, не знаю, что он делает. Ну, давай проверять. На 7 получил. Мы можем? Да, можем. 5-9-80%. А если мы сделаем проклятие? Эх, это у нас получается 17 минус к уклонению он получит. А так... Ну, 75%. Блин! Хорошо, давай уклонение понизим. Промокшая команда, да, значит? На сколько? На 5-10. Риск благородное дело, ребята. Будем рисковать. Песик, на сколько дашь? 11-20. Оу. На 18. А! Слушайте, неплохо мы тут с ними пока. Мятеж. Это что означает? Что это такое было? Сопротивление у нас произошло. Лечь в дрейф. Якорь бросает, гад, а. Так, абордажный захват. Ты, блин, посмотри, а. Какой-то каждый зомби на что-то там. Один крюк бросает, другой еще что-то. Сопротивление у нас. Так, 75%. Давай попробуем, ребят. Эй, промах. Так, не понял, что это у нас за кровопотеря идет. 5-10, 90%. Поехали. На 6, ну это хорошо, ребят. Песик, насколько бомбанешь? 11-20. Ух, на 15 даже. Ну что же. Так, подожди, что ты там. Что это он там сделал, гад? Разжет еще, а. Насколько? 5-9, 90%. Давай сделаем, конечно же. Так, не стрессуй. Я в роли. Я в этой роли смотрелась бы намного лучше. Кто бы сомневался. Уклонение. Этот придурок там якорь все в нас бросает. Для чего, я не знаю, ребят. Так, какой-то страх тут на нас. Ну, у нас сопротивление. Я не знаю, что это такое. Разрыв сердца может сделать. Свистать всех наверх. Оу, нет, 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 нет. Вот этого не надо было делать. Черт подери. Ладно, я попробую вот так вот сделать. Так, ну что, щитолом, наша очередь настала. 90%. На 7. Так. Весолка 5-9. Бьем. На 7 прописали. Ну что ты там придумал сейчас? Выпивка с мертвецами. Я так не могу. Можешь. Можешь. Ну что, еще разок. Есть. А это что за хмырь? Так, только разбойник. Необычные. Ну что тут можно потратить? Я даже не знаю, ребят. По-моему, ничего, это мне не нужно. Ну что же, мы выполнили задание, ребята. Сегодня у нас два босса было, как вы поняли, да? Промокшая команда и сирена. И причем мы довольно неплохо с ними справились. Ну, как по мне. Может быть, кому-то кажется, что слишком уныло. Но по мне так лично очень хорошо все получилось. И посмотрим, сколько мы с вами денег зарабатываем. Да, почти, почти, ребята, 11 тысяч. Это хорошо. Так, пятый уровень получает у меня Nowhere's. Что у тебя там? Неугомонность. Это хорошо или плюс? Плюс 5% к шансу душевного подъема. Это отлично. Так. Телвес у меня получает 4 уровень. Последний вздох. Вот черная чума, это нам не нужно. Оу, нифига, это надо срочно лечить. Так. Руновиль. Близость к природе. 20 КОЗ.
если не надето украшений. Плюс 20 к лечению, если не надето украшений. И плюс 3 к скорости, если не надето украшений. То бишь, если мы вообще без всего пойдем, у него будут вот эти вот параметры. Так, крепкая башка, к оглушению у него. Да? И фендокфобия, блин. Про факел все опять же. Да, надо будет сейчас, естественно, их, ребята, всех расставить. Настал долгожданный день. Весть о нашей беде разлетелась по королевству. И вскоре с дилижансом прибыла новая партия пушечного мяса. На 6 новобранцев больше, чем обычно. На 6, да? Ну-ка, давайте-ка глянем. О, дилижанс. Нифига тут, ребята, сколько. Погоди-ка, а это кто такой? Авантюрист-дрессировщик. Ну, это, наверное, обычный дрессировщик, да? Да, обычный. Какого он там второго уровня? А мой дрессировщик какого левела? 4-го. Хе-хе. А чё ж вы такие все ватные-то? Нулевого уровня. Куда же вы такие сынули годитесь-то? Никуда. Так, кузнец, нам нужно с тобой кое-что тут замутить. Но нам не хватает кубчик, да? 20 штук. Так, давай по курсу обмена. Бюсты. Да, никак не получится. Хорошо, а если мы с тобой немножко вот этих 12. Блин. Ой-ой-ой, ну ладно, хорошо, давай сделаем так. Итого у нас 16. Ё-моё, еще очень и очень много надо. Есть, ребята, у меня как вариант, знаете, что сделать? Попробовать убить этого старого мельника, который у нас находится на заднем дворе. Но меня смущает там немножечко другое, ребят. Пройду ли я этого босса? Я с ним еще ни разу не встречался. И, как говорится, далеко я там дойти не могу. Слишком он сильный. Так, ну что, кого мы с вами? Что там у нас? Нифельхейм, что-то там у нас какое-то объявление делает. Ну что ж, давайте, наверное, поставим лечиться. Так, давай-ка мы с тобой вылечим. Меткость, да? Давай меткость с тобой вылечим. 7000, ё-моё. Ну что ж поделаешь. Так, и еще есть у нас какая-то болезнь вот здесь. О, он не лечится, к сожалению. Так, давай-ка тогда с тобой в монастырь. И будем залечивать наш стресс. Так, Роулин, давай иди тоже лечись. Деньги вам... Нет, подожди, я не то хотел сделать. Все. И остался лишь Кленси. Ченси. Чаунси. Чаунси. Чаунси не хочет лечиться у нас. Хламон несчастный. Ладно, как-то так. 10 тысяч мы, наверное, оставим с вами на дорожку. На карманные, как говорится, расходы. Они нам тоже нужны будут. Так, ну что же нам сделать-то? Так, здесь режим подготовки мы тоже не можем изучить. А всего не хватает один скупщий, да? Нет, это не купщий, это у нас портреты. Кстати, портреты очень и очень тяжело почему-то добываются в этой игре, я заметил. Так, ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы с вами на этой ноте будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр, обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту коварную, зловещую и мрачную игру. Так что, всем пока, всем удачи и до скорых встреч.